В воскресенье вечером российские ракеты уничтожили почетное консульство Албании в украинском городе Харькове. Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает «Ирактив», консульство обнародовало сообщение о нападении, подтвердив, что его персонал в безопасности и обошлось без жертв. МИД Албании осудил нападение. Ранее Россия добавила Албанию в свой список врагов, вместе с Черногорией и Северной Македонией. Москва обвиняет три страны в действиях против Кремля. В список также входят ЕС, США, а также Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Швейцария и Новая Зеландия. 27 февраля Албания присоединилась к ЕС в санкциях против России за ее вторжение в Украину.